Всем привет. В общем, очередная распаковка. Даже QR-код есть. Конечно, zip-пакет. Такое ощущение, что я не знаю его. Где-то из земли откопали. Ну, в принципе, дешман дешманский. Тут даже магнитов, наверное, нет. Не, нету. Вот такая вот маленькая треножка. Стик. В общем, одна сплошная пластмасса. Попробуем накрутить. Достанем нашу камеру. Ну, подходить-то она подходит. Но это, короче, дичь вообще полная. Ну, хотя стоит немножко, сантиметра 4-5 с разложенными ногами. Ну, в общем, пластик дичайший за такие деньги. Я не знаю. Лучше, конечно, взять что-то поновее, получше. Тут даже не просто неровный. Ну, в общем, дешманище. Кому надо, ссылка будет в описании. Как накрутили, так накрутили. Ну, хотя бы резинка есть, уже хорошо. Сантиметров 7-8 где-то. Как рукоять можно использовать. Ну, и когда разлаживаешь, она становится выше на 5, на 4-5 сантиметров. В общем, подытожили.